Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. За счет своей высокой общительности людям с этим именем довольно просто контактировать с окружающими, вступать с ними в контакт. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Звук «Г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Владельцы этого имени честолюбивы, активны, редко удовлетворены своим подчиненным положением, стремятся к власти и влиянию. Согласно нумерологии, представители этого имени могут нажить себе врагов по пустякам из-за нетерпимости чужого мнения, особенно если владелец имени занимает высокий пост. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук «У» дает человеку активное воображение. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.